Итак, всем привет. Мы играли Этик и решили, что сегодня сами поиграем в игру Майнкрафт. Именно что мы сами построим дальнобойный грузовик. Погнали. Итак, нам потребуются блоки. Угольный блок. Кладем, как всегда, обычно вот так вот. Я просто перестраивал, потому что у меня таймер как-то не совсем уж. Дальше мы собрали сейчас блок. Опять плита из полированного диорита. Кладем его так вот по 4 блока. Но это не так уж и сложно делать так. А вот мы опять берем с вами опять вот эту плиту из полированного чернокамня. Черни это можно называть. Но просто у меня неправильно написано, к сожалению. Так, дальше. Нет. А снова угольный блок кладем. Снова угольный блок кладем вот так вот. Потому что я забыла, что у меня есть... Снова 5 блоков. Мы отступаем сейчас. Почему я переделала? Согласитесь. Ну что с меня такая? Колеса на 3 блока. Что такое, блин? Такого я еще нигде не видел. Так дальше. Где орит? Мы с вами сейчас берем по краям. Мы должны с вами это положить. И дальше нам надо просто из полированного чернокамня довести до отсюда. Вот туда нам 2 блока. Просто не считает, сколько блоков надо класть. Но я знаю все равно. Ну, как-то вообще, блин, долго. Какой-то вообще быстрый, блин, прям. Да, у меня блоки просто плохо. Вижу, какие написаны. Ну, по-русски, на самом деле. Так, дальше. Мы с вами на блок, который называется опять же полированный диорит. Кладем его по краям. Вот так вот. Просто, блин, так вот. Сейчас. Мы с вами берем опять блок вот этот полированный глубинный сланец. Вот тут кладем и... И еще не только полированный глубинный сланец. Это надо взять. Но еще... И плитки уже из глубинного сланца. Так, дальше мы с вами сейчас кладем блок, который называется стекло, конечно. Просто вот так кладем и все. Очень плохо это. Дальше мы уже с вами берем плитки. Мы уже берем с вами блок у нас, который называется плита из плиток из глубинного сланца. Кладем вот так вот как раз. Ну, какая-то ваш грузовик похож на какой-то подглаз. Да... Ты что с меня такая, блин? Давай посмотрим, сколько там блоков. Если не понимает, пойдет, когда потом... Посмотрим, сколько потом, если... Блин, вот тут надо класть в стекло. Блин, да что за меня такое? Опять то, что карта петербургского метро сбросилась давно еще. Произошло это 1 сентября, когда так уж сказать. Ну да, вот такая у нас грузовик. Это даже вообще, блин, кнопки. Наверное, мы с вами сейчас угольный блок нам больше не потребуется. А, нет, каменные кнопки тут у нас, значит. Ну, у кого нет этих новых блоков, вот эти, ну, если вот так. Потому что здесь все время кто-то в комментах отвечает, а лайки не ставит. Мне не нужен никакие небосоны в комментариях, потому что он один раз ответил. К сожалению, эти видео были только в 2022 году уже только. Блин! Придется ли? Так, к сожалению, я сломал, берем снова угольный блок. Убираю снова. Снова кладем опять этот камень. Я говорю, что с меня такое? Так хватит вылазить. Опять мне все время что-то вылазит в ноутбуке. Поэтому я опять так записать ничего не могу. Мне что, только с картинки на картинке, но такое себе. Дальше. Да что с меня такая, блин? Ты. Убираем мы с вами все эти блоки сейчас. Нам их пока не нужны. Рамку мы с вами сейчас берем. Блин, что это за рамки такие? У меня таких не получится, блин. Это сделано вообще-то из серого стеклянного панели, блин. Как он так вообще сделал, блин? Ну так пока вот, ничего. Пока только так, никак это не получится. Только у Майнкрафта Ревера так. Блин, какой блок еще сюда положу? Я не забыл, блин, сюда. Да ладно. Плита, не знаю, ладно, возьму что-нибудь угодно. Не знаю, блин. Эх, ладно, возьмем, давайте лучше попробуем каменную нажимную пластину взять.
Ты опять рамку убрал, что со мной-то стал? Блин, чё опять? Не сюда переименовал. Да что такое? Вот так палитру поставишь сейчас туда зло. Наверное, правильно. Вот там такое-то две открывашки, то есть. Да, наверное, правильно. Да, наверное. Если нет, придется переделывать. Так. О, нам надо уже взять блок. Блин, не надо. Не надо, блин, только так видится. Так, дальше. Берем ассамблок, который называется крюк или натяжной датчик. Он называется двумя способами. Натяжной датчик или крюк. Но у меня натяжной датчик. Но еще нам не все. Нам надо еще делать стену. А стена сделана у нас, как сказать, из обычного. Из обычного чернока, черниты. Да что в салоне теперь надо, блин? Да чего тебе надо, ну, старче? Да таблетка, покажись, таблетка, покажись, сделай давай что-нибудь нам надо. То и так уж тут. Это, наверное, тут кабина. Как все забрался вообще? А, нет, он. Помню, в конце видео я вам могу показать, если... Ах, ты беда такая. Надо уже брать блок, который называется ступ... Обычные ступ... чернокаменные ступ... чернитные ступеньки. Вот такие вот, как мы кладем. Да надо не так, блин, надо по краям вообще-то класть. Вот так вот надо. Я что-то как-то не так положу. Да, блин, какой дальше вообще брать? Да ладно. Возьмем белый бетон сейчас. Непонятная идея-то. Переделаю потом. Блин, опять пропустил маленький, придется смотреть еще раз. Ну да, конечно, надо отсюда. Надо начать сейчас. Блин, поднимаем до конца сверху вот так вот. Помню, последней постройки его рудо было, только какой вообще стол для с гармошку. Печально, что не снял постройку-то в августе, ну что поделать? Придется пока так. Баба. Ну, что поделать? Ладно. Блин, почему? Быстрость, скорость! Как он вообще так сделал? Быстрая скорость у Фитофорского. Я такой первый раз вижу. Блин, или еще в каких-то обзорах. Блин, что это такое теперь делать надо? Теперь придется мне все равно, блин, еще сильнее, блин, переделывать. Ладно. Придется переделывать, но долго будет. Сейчас буду строить. Для с гармошкой последняя постройка была его канала. Снято оно было 24 июля, в конце этого числа. К сожалению, Бастон не знаю, куда снимет, но в комментариях мне уж надоело писать, блин. Мне, к сожалению, пока не помогло, я отключил комментарий в этом видео. Да, Бастон был написан, лайк не поставил, блин, ничего, блин, какой разработчик, какой, блин, ютубер, какой блогер, блин, дебил. Чё опять быстрая скорость, блин, как-то вообще, мне что, без комментариев это говорить? Ладно, без комментариев тут. Или нет? О, какой грузовик получился. Еще не все, нам надо еще не... Блин, что это за плита такая? Так дальше. Блин, что это за плита такая вообще? А, да-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 
я тупее, блин, вообще-то. Что это за блок, я не знаю. Ах ты гадкий такой, блин, что это за... Блин, гладкий там, камень-то, то есть. Ну да, блоки написаны по-русски, но не знаю, какие. Ну, может быть, плохо видно-то, наверное. Ну, это российский он строит только, ну, молодец. Не хоть... Ну да, потому что последняя постройка Майнкрафта Ревера какой-то был вообще американский, блин, этот мотоцикл. Прямо с вами вот этот блок, который называется «Ворота из сосны». Можно так положить. Эх, ты ворота эти, блин, мне уж надоело. О, какая-то, это зад, то есть. Это... Что дальше делать-то? Опять рамки, что ли, класть, блин? Давайте... Все, пока надо сейчас убрать. Все. Берем снова рамку. Снова рамку. Что дальше? Блин, исчезли ноги. Кровать, что ли, опять брать мне? Чё, опять рамка такая, блин? Как дальше, что ли, делать-то? Беба, как это вообще посложновато, блин? Почему кровать мне просто жесть нарисована, блин? Как это вообще так сумел, блин? Надо было привернуть на ту сторону, блин. Чё это за кровать-то такая, блин? Блин.
Это опять что ли-то плита, блин? Так дальше. Снова берем ту же. Нажму. Снова мы с вами берем каменно-ножная пластина. Вот так вот у нас получится. Кстати, блин. Что это за блок такой? Берем мы с вами дальше. Мы берем с вами блок черное знамя, конечно, сейчас. Блин, что мне стоит тут? Блин, как удалить вообще? Все, удалю, ладно, сейчас поставим вот тут. Это то есть по колесам, блин, так, ладно. Да ладно. Так, дальше, вот тут мы с вами сейчас поворачиваемся. Вот такой у нас салончик, как будто такая гармошка, блин. Так, что это вообще? Что это такое? Что это такое? Какой шедок себе? О, стоит вроде. А, нет, это да, друг. Блин, пока-то вернусь. Так, давай. Дальше мы кому с вами голубое знамя уже или какая-то табли. Не знаю, давай это не то, блин, наверное. Наверное, скорее всего, лишь это, наверное, бирюзовое знамя. Наверное, я прав. Опять забыл, блин, что посмотреть, что ли? Ладно, посмотрим сейчас. Так, это без комментариев, пожалуй. А, надо просто провернуть так. Так, и дальше. Просто тут тоже мы кладем, наверное. Это какой-то... А, блин, вот тут нам надо тоже так же, видишь. Так, куда дальше? Вот так пока мне только... Ну, как вообще так сумел, блин? Раньше у меня по-другому вообще было. Да, за августа ничего. Оборотная. Ом, блин. И что делать дальше-то? Уже все, компостер опять мы с вами берем сейчас блок. А, да. Ломаем. Блин, ломаем сейчас. Потом берем бетон в конце видео. Да, в конце видео мы уберем. Это все положенное место. Компостер кладем и сам вот сюда, как будто он груз везет. А, нет, это не дадут. Да, вот поставить. Так что компостер-то делает? Ой, к сожалению. Ах, ты гадкий такой, блин. Че так стоит компостер? Эх, ты гадкий такой, блин, смотреть придется опять, что ли, блин, я так забывать буду. Так, давай посмотрим еще раз сейчас. Раз, два, три. А, два блока мы с вами сейчас кладем. Так, кладем. Ах, ты гадкий, блин, такой, блин, этот фитофорский. А помню, один раз он пожаловался, как я строю мини-лиаз 52-56. И, к сожалению, я не хотел удалять это видео, то не придется. Ну так мне неохота удалять плейлисты, блин, и заново все добавлять. О, нет, там уже, блин, миллион компостеров, теперь сундуков не местится. Охренеть, много этих, блин, сказать, блин, что это даже вообще не... А, может походить здесь. Можно маленько понаудаляем здесь. Так как поменять местами, что ли, говорить? Значит, поменяем. Или поменять местами, значит, надо. А зачем тут когда? Дальше мы берем с вами блок. Обычный сундук всего лишь. Вот сундук у нас обычный. Обычный. Я помню, ты, наверное, пользовался такими блоками-то. Я помню, я ни в выживание не играл, помню-то. Нет. Я в выживание не хочу играть. Блин, как же дальше мне сюда забраться, блин? Надо только постой в конце видео поставить. Бабочки. Вот уставить, что ли, блин, потом это. Блин, компостеры тут. Наверное, он везет, скорее всего. Что тут ставим? Тут как-то темновато маленько. Освещение-то зачем тут, если так уж сказать-то? Да, блин, ты как падаешь. Дальше вот так поставим всего лишь обычно. Вот на него сундук поставим. Давайте вот так вот. Баба. Баба! Бабочки! Еще и так ставить. На такие сундуки еще здесь не видел. Блин, надо вот тут еще положить. Блин, еще и тут, блин, положить надо. Ах ты. Ах ты, гадкий такой, блин. Давай еще и тут класть надо. Это все в конце видео мы обустроимся, блин. Какой позор, блин. Кварцем я уже не стал пользоваться. Я не хочу переделывать так. Так, вот такая у нас и получилась у нас. Так, дальше. Мы с вами снова убираем белый бетон. Но сейчас с вами бабочки. Такого нету. Белый бетон мы сейчас кладем вот тут обычно. К сожалению, что-то нам надо, блин, водительская сторона надо еще. А мы берем с вами, как всегда, всего лишь обычный диорит тоже. Тоже, ну, чтобы мы должны вот тут поставить. Спускаемся.
Ай, тут места нету, только тут есть. Печально, что только тут, но ничего, ладно. Печально, что-то, блин, тут какой щебень, как посидит водитель тут? Только должен быть высокий по росту, 2 метра, блин. А, нет, не 2 метра. Дальше, серый бетон, я сам сейчас беру, просто вот так закидываю пол. Это подпись для водителя. О, теперь можно посмотреть теперь, какие. Не по росту 2 метра. А, тут даже круги видны. То есть натяжной датчик. Блин, как-то вообще. Ступеньки из полированного андезита нам нужно взять. Просто здесь будет водитель сидеть. Да, блин, не влезу. То может было даже снаружи. Снова берем, как всегда, обычный полированный диорит. Кладем вот так вот, практически там, наверное, грузовик наш Дальбоновский готов. И правда, он готов. Все, давайте убираем все эти наши блоки нужные, которые нам нужны. И попрощаемся. Все. Вот мы, значит, попрощаемся. Так и сегодня мы с вами поиграли в игру Майнкрафт. Показала вам, как построить дальбойский грузовик. Подписывайтесь, мы когда зайти лайк за 3 секунды. 3, 2, 1, мы выкаляем. И до свидания. Пока не стоит. Забрукаааа!